Всем привет, мои дорогие друзья! Вы попали на канал Фанатковый Койки. Меня зовут Ярослав, и сегодня будем играть Proton Bay Simulator Urbana. И мы будем играть на карте Зерники. Я хочу обзор на Mercedes-Benz Citaro скин из польского города Краков. Я уже один раз был в этом городе. И вот таких автобусов, вот такого стиля я не видел. Смотрите, какой красивый сиденье. А вот это просто, смотрите. Я просто обожаю этот автобус. Это похоже на Citaro K. OMS 2 я могу завтра снять, а то сегодня его скачали. А чё... На человеку программ, ну, какую-то программу для записи еще скачать на моем игровом ноутбуке. Мы разберемся с мамой. Сумси. Такие дороги, я же застреваю, блин. Я думаю, опять направо ехать, блин. Так. Если он застрял, не беда. Ща мы его перенесем. Опа. А если не едет ваш автобус, нажимайте на вот эту кнопочку P. Нажимайте на эту кнопку, и он поедет. Он просто включился, когда хотите переместить автобус. Надеюсь, что вы поняли. Про OMS 2 можно завтра снять видосик. А сегодня не могу, потому что я хочу сейчас его скачать и попробовать. Что-то... Если я... Я могу еще снять видео про... как я буду кататься по карте Вроцлава. На Солярисе. Пока я был в польском городе Кельце в реальной жизни, я раньше любил Солярисы, а теперь Ситаро, Mercedes-Benz. Что я он еду на таком автобусике. Я уже в реальной жизни, ну, во Франции ездил еще. Но вы думали, это карта Зерники Одесса? Не, это просто оригинал. Польская. Я сейчас из Кракова еду на Ситаро. Ой, ты ж. Ух ты ж, ё-моё. Личка. Это надо специально включить поворотник, чтобы на остановку заехать.
Поехали. Шьё. Ой, еще один. Ой, еще одна остановка. Это уже норм. Так, поехали. Так. Я хотела на двойку включить, ну ладно. С кем она не бывает. Узерники. Смотри, куда ты едешь, баран. Поехал я отсюда. На остановку. Вообще. Так. Поехали. Такой автобус вообще классный. Это похоже на Mercedes-Benz Citaro K. А это C2. Поехали. Так. Они еще можно еще прямо ехать. Так, все, я помню дорогу. Вот,
Бедронка, польский магазин. Бедронка. Так. Так, поехали. Так. 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 О, еще одна. Ого, так пассажиров много. Поехали. Так. Так, уже конечная. Так. У Жабка. Польский тоже магазинчик. Магазик. Опа. Так.
пока выходят. А я сейчас табличку выключу. А, все, выключил табличку. Электронную. Что-то остальных не выходят. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами я был Фанатковый Коки, и меня зовут Ярослав, и всем пока-пока.